Всем привет! Вы смотрите Sapient Channel, а значит, вы на верном пути. Как известно, комфортный творческий процесс начинается с удобного рабочего места. То же самое можно сказать и о хорошо настроенном интерфейсе программы. И сегодня я расскажу о настройке интерфейса под комфортную работу с MIDI. Итак, традиционно запускаем Reaper. Сейчас перед нами интерфейс программы такой, какая она сразу после установки. Создадим немножко дорожек. Теперь касательно микшерного пульта. Лично я не люблю, когда он приклеен к общему окну, поэтому его нужно открепить. Для этого жмем правой кнопкой мыши по прямоугольнику со словом «микшер» внизу и убираем птичку со строки «Dock Mixer in Docker». Мастер-трек я предпочитаю видеть справа. Теперь основное. Чтобы все настроить, нам понадобится активный пианорол, поэтому создаем MIDI-объект. Двойной клик мыши, и мы видим перед собой вот это. Не представляю, как так можно работать. Поэтому крепим пианорол к общему окну и перемещаем его левее каналов. Растягиваем посильнее, примерно вот так. И вот мы получили то, что надо. Теперь закрепим эффект. Тут стоит отметить, что у Reaper есть возможность сохранить три разных состояния интерфейса на трех клавишах F6, F7, F8. Соответственно, чтобы вызвать окошко сохранения, мы жмем Shift F6, Shift F7 или Shift F8. Нажимаем Shift F6. В появившемся окошке вписываем какое-нибудь название, ну, например, MIDI. И сохраняем. Далее закрываем окошко крестиком слева внизу и жмем, например, Shift F8. И вписываем какое-нибудь название. У меня будет Main. Таким образом, я сохранил состояние рабочего окна. И теперь при нажатии кнопки F8 он будет выскакивать в общее окно. Теперь для наглядности примера что-нибудь нарисуем. И вот есть еще один нюансик работы пианорола. Ноты можно просто вытягивать карандашиком, а можно сразу ставить двойным кликом. Но по умолчанию они ставятся 32-ми. Есть альтернатива. Жмем правой кнопкой мыши над разметкой и выбираем вот этот пункт. Теперь по двойному клику нота будет создаваться такой же длительности, как выделенная до этого. То есть, просто ткнув мышью в любую написанную до этого ноту, мы будем брать ее длительность за образец для следующих. Чтобы скопировать ноты, просто выделяем их и тянем с зажатой кнопкой Ctrl. Таким же образом могут копироваться любые другие объекты. Теперь для демонстрации подвесим пару синтезаторов. Так, что-то булькает, пойдет. Чтобы скопировать синтезатор или плагин, достаточно просто перетянуть его на нужный трек. Немножко покручу, чтобы была какая-то разница между дорожками. Теперь скопируем и склеим MIDI-объекты. И вот, чем удобен такой внешний вид интерфейса. Теперь, работая с какой-то партией, я могу, не выходя из пианорола, выключить другие или наоборот услышать только их. В общем, максимально комфортно работать, без лишних телодвижений и скачков по окнам. Ребята, если вы смотрите наши уроки и хотите узнавать что-то новое, пишите в комментариях интересующие вас темы. И мы в своих следующих видео постараемся ответить на все ваши вопросы. Если вы подпишетесь на наш канал, то в кадре появится Василий и скажет вам привет. Ну, я уверен, что вы подписались, так что, Василий? Привет! С вами были Sapient Channel, до новых встреч!